горнице моей светло. Это от ночной звезды матушка возьмет ведро. Хрупкая девушка словно сошла со страниц книг, которые держит в руках. Участница проекта «Звезда караоке» Юлия Вереногова – школьный библиотекарь. Она поет везде – дома на кухне и даже на работе между переменами. Главное, признается девушка, чтобы никто не слышал. Юлия не хотела идти на кастинг телепроекта, но последнее слово было за мамой. В музыке жизнь, считает Юлия, но приходится думать и о насущном. Все-таки, наверное, себя и не прокормить этим, а библиотека, ну, здесь спокойно, здесь можно подумать. Элина Дерягина, еще одна участница музыкального шоу, тоже не может без музыки ни минуты. Впрочем, в ее жизни есть еще одна страсть – спорт. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обливайся. И это не пустые слова. Элина – мастер спорта по пауэрлифтингу. Ее личный рекорд – 160 килограммов. Быть в отличной форме ее обязывает и брутальная профессия. Она – крановщик. Впрочем, в последнее время штанги и кабине крана Элина предпочла микрофон. И вы там, наверху, от вас опять спасения нет. Не могу больше слушать этот партнер-балет. На сцену во время отборочного тура Элина вышла на костылях. Незадолго до кастинга женщина получила травму из-за своей любви к пению. Спускаясь из караоке, опять же, я неловко, в общем, как-то оступилась. Я не думала, что у меня будет перелом ноги. Вот, думала, просто там подвернула ногу. Но оказалось, что перелом. Я не могла вообще ступить, и меня увезли из караоке-клуба на скорой. А вот Вадим Белоглазов относится к музыке как к ребенку. Считает, что каждую ноту нужно беречь. На кастинг он пришел, чтобы почувствовать себя под прицелом камер настоящей звездой. Только раз разглядеть и понять, тебя среди сотен узнать. Вадим с детства мечтает о большой сцене, но жизнь диктует свои правила. В этом мире я гость непрошенный. Отовсюду здесь веет холодом. Не потерянный, но заброшенный. Я люблю бильярд, это здорово. Цель бильярда – это мой способ выживания таким образом. Я зарабатываю этим действительно. Вот. Но у меня есть ученики, которые я хочу вырастить их до высоких результатов, чтобы это было не впустую. То есть какая-то цель у меня есть. Цель – сделать из какого-то даже одного ученика, да, каким-то известным спортсменом. Вот. Яркие, талантливые и очень разные участников шоу «Звезда караоке» объединяет главное – музыка. Через пару недель лучшие из лучших выйдут на сцену перед своими зрителями. К слову, на нашей странице ВКонтакте началось народное голосование, благодаря которому у выбывших участников есть шанс получить приз зрительских симпатий и принять участие в итоговом гала-концерте. Нина Чешкова, Михаил Альбаум, служба новостей «Город».